мощная поддержка, солидарность всех прогрессивных и демократических сил. В эти дни в Кабуле открылась первая всеафганская сельскохозяйственная конференция. Со всего Афганистана съехались в столицу эти люди. Вчерашние рабы, сегодняшние хозяева. Народная власть дала им землю, вернула человеческое достоинство. Их поддержка делает ее непобедимой. Об этом сказал, открывая конференцию, лидер Народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета, глава правительства республики Бабрак Кармаль. Им строить завтрашний Афганистан. Общество, в котором не будет социальной несправедливости, в котором созидательный труд станет мерой и основой всего. Будущее, о котором мечтали поколения афганцев, они начинают строить сегодня. Разными путями пришли они в революцию. По-разному сложатся их судьбы. Кого-то настигнет бандитская пуля. Другие доживут до полной победы. Вглядитесь в эти лица. Вчерашние рабочие, крестьяне, студенты. Никто из них не жалеет, что выбрал эту дорогу. Ибо, как говорят афганцы, где есть герои, земля цветет. Thank you.